сиреневым. Здесь птицы не поют в лесу. Запавшую листвой здесь все пропитано войной. Здесь ночью был неравный бой. Ночи плавь, и в блиндаже все спят на посту. Двое лишь стоят на никто, не посмотрел назад. К ним в тыл врагов идет отряд. Но древний часовой обратно недалеко. Отряд наемников враги идут, крадучись не спеша, но их ждут по полям. То под ног они уж подошли, но огонь по ним уже открыт. Спецотряд против восьмерых. Взрывов гул, и все кругом горит. Подствольников щелчки и свист пуль разрывных, и мухи шмели, и все было у них. Нас 8 человек держали тот блиндаж, лишь мертвый лес кругом. Нам в помощь лишь Аллах. Нам надо в лес назад, мы лежим, сжимая автомат, подмоги нет. И сделали заслон со всех сторон, идет огонь. Пулемет очередь послал в этот миг. Я друга потерял заряд, подствольника и взрыв. И стон среди нас уж нет двоих. Сделали рывок, успели отойти. Все ранены нас, и все оглушены. Но до подмоги мы держали высоту.
птицы не поют в лесу. С опавшей листвой здесь все пропитано войной. Здесь ночью